нос. Do you speak English? Конечно, do. Блин, вы помните, типа, когда только появились эти кристаллы, то очень многие ребята открывали, пробовали, и реально кабам сыпал, кабам прям давал. Конечно, первые люди, которые застали эту волну, многие могут, наверное, найти и сказать, что нифига, ничего не давал, ничего не было. Все-таки кабам, как он грамотно делает, высасывая единиц через N-ку, высасывание, единиц, в принципе, правильно. Высасывание единиц через кристаллы. Кристаллы, как мы все прекрасно знаем, это тот контент, который многим интересен. И поэтому, конечно, довольно такие, так скажем так, молодцы кабам в этом плане. То есть проблемы сети, игра тупо зависает, вылет из во время каких-то очень актуальных, ну, тем в плане ЗС, ВС, тебя где-то может скакнула сеть, и у тебя просто бой закончен, у тебя проблемы сети, у тебя ошибка сети, и все, ты даешь поражение, и потом бежи офицеру целую пятки о том, что типа, братан, я не специально, прости. Но что кабам делает? Кабам делает подешевле кристаллы, получше дроп, побольше заданий в плане прохождения. То есть у нас есть смешанный сюжет, у нас 5-й и 6-й акт, у нас 7-й акт, плюс еще у нас доп сюжетки выходят, к доп сюжеткам еще доп сюжетка выходит в плане энки, в плане оживлялок, в плане хилок, который, кстати, вообще пропустил. Типа, ну реально, сколько там сутки было, полтора суток, и я просто этого не успел заметить. Ну, как мы, в принципе, видим, зеркальная сторона, то, что кабам дает, и, типа, даже сеть ин в ахере от того, что, типа, ну, вроде недорого, и вроде, типа, прикольно, и что-то, типа, такого, ну, почему бы не попробовать. Ну, к тому же, как Пашани перевел, это все было проплачено кабам. Пашани-то верить можно, правильно? Да, конечно, молодцы, Каба, молодцы. Нет бы это все пофиксить, нет бы все это убрать, но они делают. При старте, когда ты заходишь, у тебя появляется окошечко, в котором показывается, что можно приобрести какую-то акцию за определенную сумму. А эта сумма ни хрена себе, им целую неделю надо работать, пахать на работе, чтобы можно было это приобрести. Шестизвездный кэпшн. Представляете, шестизвездный кэпшн? Это, конечно, жесть. Ладненько, погнали, откроем кристаллы, посмотрим на этот байт Кабама. Ha ha ha!